Иван, поздравляем вас с победой, поздравляем с первым голом, с победным голом на 90+. Сначала об эмоциях. Что чувствуете, что это за день для вас? Ну, конечно, самые положительные эмоции, да, выигрывали сначала, потом, не знаю, что произошло, пропустили два гола, вот, ну, в концовке забили, это очень хорошо, да, и там... Ну, приятно, что забил, но главное, что мы победили 3-2, добыли 3 очка, вот, и сейчас будем готовиться уже к кубковой игре. А с какой установкой вы выходили на игру? Вы входили в игру со скамейки, что говорил Сергей Богданович? Ну, добавить скорости, агрессии, да, в атаке, и надо, ну, забить, да, то есть, вот, и ну, всей командой это получилось сделать, и, я думаю, сегодня заслуженно победили. Гол у вас получился очень эстетичным, но на трибунах гадали, сколько здесь было замысла, а сколько, так скажем, случайности. Все случилось так, как вы планировали, или не совсем? Ну, оказался в нужное время, в нужном месте, да, Вендел или бил, или простреливал, да, то есть я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу, да, как и получилось. Ну, получилось эффектно, да, но скажу главное то, что мы заработали 3 очка и выиграли эту игру.